Приветствую вас. Вы знаете, я понимаю ваше состояние и чувства, что вам хочется, чтобы вас вот пожалели, помогли, приласкали. Вот. Но если вы мне кажется, присмотритесь в глубь себя, да, вот, если вы присмотритесь в к себе, то вы увидите, что данная потребность, вот потребность в том, чтобы вас, словно говоря, пожалели, приласкали, вот, а также все остальное связано с тем, что вы к себе относитесь очень грубо, очень неделикатно. Вы к себе относитесь очень, я бы сказал, так вот, пренебрежительно. То есть это именно пренебрежительное отношение к себе. Потребительское отношение к себе, к вам. То есть вы сами к себе относитесь так. Вот. И, собственно, вот, судя по тому, что вы говорите, ну, я бы сказал, что систематически идете против себя. Вот, ну, то есть, вот, просто вот, против себя, вы идете против себя, против своей воли, против своих желаний, вот, то есть, вы себя склонны обесценивать, вы себя склонны обделять вот эту вот историю, что, понимаете, то, что вы пишете, это больше про обделение, то есть я обделена, да, я обделена, я, как бы, себя ограничиваю, ну, образно говоря, я себя ограничиваю во многом, если не во всем, вот. И когда я это делаю, я хочу, чтобы мне, ну, чтобы мне, там, условно говоря, ответили тем же, чтобы мне ответили тоже. Такой вот, может быть, немножко жертвенностью, может быть, немножко обделением, теперь уже только с их стороны. Вот. И меня очень-очень обижает, когда, если этого не происходит. Это меня очень сильно обижает, потому что я жду, что будет так, а на самом деле происходит по-другому. Ну, если вы заметите, то вы видите, что между вами и вот, вот тем, что вы хотите получить в результате ласки, жалости и помощи, вот, то всегда стоит другой человек. То есть, с собой, как бы говорите вы, я буду жертвовать сколь угодно, много, долго, но от другого человека я буду просить, у другого человека я буду требовать от другого человека, я буду ждать того, чтобы вот он там
сделает для меня то, что я хочу. Ну, к примеру. А, это просто пример. Вот. А что видит другой человек? А другой человек видит вас, которая постоянно себя зажимает, которая постоянно себя искажает, которая постоянно пренебрегает собой, которая, по сути, его самого ставит выше, чем она сама. И почему этот человек должен относиться к вам как-то лучше? Ну, ему и в голову не придет подобное дело, потому что вы сами формируете отношения людей к вам. Вот, ну вот, примерно так. То есть, если вы вот перечитаете свой текст, вы видите, что вы постоянно нуждаетесь в людях других, вот, а когда людей рядом нет, да, вы стараетесь, ну, вы тяготеете, можно так сказать, тяготеете к тому, чтобы растворяться в людях. И вы действительно чувствуете себя дойной коровой, и для людей вы есть дойная корова, но потому что вы себя так позиционируете. Но если вы будете позиционировать себя по-другому, то и люди начнут относиться к вам по-другому. Для этого нужно, чтобы вы увидели себя другой, а не только вот как дойная корова, не только как дочь там своих родителей, мать ребенка своего, жена или женщина для мужчины, вот, а чтобы вы видели себя как-то вот отдельно от всех, да, и отдельно от всех увидели бы свою ценность, которая не исключает той ценности, которую вы можете иметь и имеете во взаимодействии с окружающими, но без которой при взаимодействии с окружающими вы будете более зависимы от них. Хорошо это или плохо, мы сейчас условно говорить не будем, это не имеет никакого значения. Важно то, что это есть. Это есть, и вы можете, ну, на своем опыте собственном, да, убедиться в том, что это происходит. Просто можете убедиться на своем опыте в этом. И все. Вы можете почувствовать это на себе. Вот, примерно так. И на данный момент, чем больше вы будете хотеть этого, то есть чем больше вы будете хотеть, чтобы вас пожалели, потом вас сказали, тем меньше люди будут это вам давать, потому что вы себя таким образом обесцениваете, вы себя таким образом принижаете, и, соответственно, у людей нет желания вам этого давать. Вы же обделяете себя даже тем минимумом, который вы могли бы себе давать, вот, и обделяете за счет чего? Ну, я думаю, что в какой-то степени это просто по себя обделять требованием, что я должна быть какой-то, вот, я должна быть какой-то, ну,
определенно, например. А то, что вы такой не являетесь, ну, вас особо не трогают, к сожалению. Вот. Хотя, как мне кажется, хотя, было бы здорово, если бы вы, ну, чуть-чуть, а может быть, не чуть-чуть даже, ну, чуть-чуть более чутко к себе относились, скажем так. Вот это то, что я мог бы ну, то, что я мог бы сказать, да? Вот. Это то, что ну, то, что я могу вам сейчас ответить. Другой вопрос. Готовы ли вы меняться? Вот это вопрос. Готовы ли вы что-то делать? Готовы ли вы, ну, учиться познавать себя, например? Вот это интересный вопрос, потому что сейчас я вижу, конечно, безусловно, боль, сейчас я вижу голод по, ну, по эмоциям, по своим, по жизни, потому что вы себе не принадлежите. И я думаю, что это очень тяжело и трудно так жить, тяжело и трудно так существовать. Вот. И почему-то вам кажется, что другие люди вас от этого избавят. Нет, не избавят. Только вы себя сами можете от этого избавить. Вот. Каким образом? Ну, в принципе, об этом я уже говорил, да? Вот. Ну, другое дело, что людям будет не нравиться то, как вы меняете, они будут пытаться поменять вас обратно. Вот, ну, тем не менее, едва ли это не единственный способ вам начать все-таки получать удовольствие от жизни своей. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи.